Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем опять играть с вами в Играунд. Загружаем наше последнее сохранение и погнали. Что нам сегодня нужно будет делать? Так, дел-то у нас на самом деле полно. Давайте посмотрим, что нам последнее нужно. Построить пристань. Торговец хочет пристань, чтобы отправиться в плавание. Монет нам не хватает, ткани и сетей. Ну, я думаю, знаете что? Я сегодня немножечко покопаю тут. Во-первых, надо вот тут разобраться с бардаком. Или, наверное, знаете что? А давайте-ка сгоняем к магу. Мы же его там оставили и даже к нему так и не дошли. А это плохо. Так, уголек по дорожке соберем, хорошо. Вот так вот. Так, кабанчика нам надо обойти. Нахрен они какие-то дикие тут стали. Хрюшки у нас пасутся, ништяк. Какашки всякие тут есть у хрюшек. Так. Так. Ой-ой-ой, убегаем, кабан дикий за нами гонится. Мы лучше вот так вот под землей пойдем, чтобы он нас не трогал. А вон и маг. Так, кабанчик, отвали от меня. Ну что, привет, маг, давай знакомиться. Эта планета полна загадок. Я проводил эксперименты и, кажется, открыл магию. Мне нужны материалы для исследований. Если тебе попадется личинка, убей ее и принеси мне драконью кровь. Я тебя награжу. Слушай, у меня же есть драконья кровь. А, я так и знал. Вот в чем секрет. Я должен немедленно организовать лабораторию. Эксперименты, построй лабораторию. Ну, ей награда, принеси мне в лабораторию материалы, и я сварю тебе волшебное зелье. Ух ты! Так, стой-ка. Дай взглянуть на мех теней. Похоже, он существует между миром живых и миром мертвых. Мне нужно изучить его получше, но из него легко можно сделать теневой плащ, чтобы скрываться от обыкновенных глаз. Я добавляю рецепт в лабораторию. Спасибо. Так, драконья кровь кончилась. Мне нужно две живых личинки. Тогда у нас будет бесконечный источник драконьей крови для экспериментов. Так, личинки. Мне две личинки нужно поймать. Так, чувак, ты мне дал какое-то задание вообще непосильное, походу. Как мне этих личинок ловить? Наверное, сетками нужно. Скорее всего, капканы убьют их. А сетками мы сможем их поймать. Хорошо, давайте попробуем. Почему бы нет? Даже будет интересно. А чем мы сможем поймать личинку? Скорее всего, сетку она сломает. Блин, а их, наверное, тоже надо будет немножечко подкоцать, да? Так, ну, что у вас есть? Так, купить. А, ткань и прочая фигня. Мне бы сеточек. Дайте мне сеточек, пожалуйста. И капкан, наверное, я тоже попробую. Ловушка. Урон 4. Да, давайте попробуем ловушки. Штуки 3 возьмем. И сети штуки 3 возьмем. Ну, нормально. Теперь нам нужно искать эту тварь. А, где она тут бродит? Будем где-то ставить ловушку. Так, а у меня нет факела какого-то хрена. Так, шлем у меня нет, слуга, крыса, нифига себе, у меня есть слуга крыса офигеть, я приручил крысу, ребят, прикиньте, вот это даже как-то неожиданно. Так, ну где эти твари? Что-то их пока тут особо не видно. Где они тут ползают? Надо где-то проломить такую пещерку, куда можно заманить их. Так, превышен максимальный лимит. Так, надо наверх переть. Что-то у меня чувачок уже очень устал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чувак, ты не копай больше. Не копай, блин. О, все. Жизнь у меня на исходе. Иду-ка я ночевать. Все, грасов. Да. И давайте все на склад сбросим. Так, сбросим, я сказал.
из инвентаря. Вот так вот сделаем. Единственное, мы только возьмем назад ловушки и сети. И факел возьмем. Все четыре факела возьмем. Так, все, спускаемся вниз. И теперь мы можем... так, факел. Да идти твою за ногу. Что ж такое? Экипировать. Все. Факел взяли, и теперь мы спокойно можем с моей крыской идти вниз, где-то искать этих личинок и как-то пытаться их поймать. Опа! Так, стоять! Ай, блин! Так, стоп! О! Не туда нажал. Так, давайте теперь попробуем ловушку поставить, да? Разместить и бежим. Ну, ай, блин, нифига. Так, значит, нам нужна сеть. Все. Серьезно? Ты что не бьешь-то? Какого хрена я бить не могу? Что-то не понял. Дружище. Лук. Факел, факел. Где мой меч? Ведущая рука. Установить снаряд. Какой нахрен снаряд? Эй, мне факел кончился. Так, что-то мне не нравится. Экипировать. Да подожди ты. Как мне бить-то его? Куда мой меч-то делся? Так, что-то мне не нравится ни хрена. Пойдемте за мечом сходим. Какого хрена я без меча остался? Вот это вот, я его тоже что ли выложил? Зашибись, вообще прикол. Так, сохраним. Сил поднабрались и посмотрим, что у нас на складе. Вот он, стальной меч. Все, отлично. Взяли и давайте экипируем. Все, можем хотя бы бить. А то эта хрень за нами бежит. Надо ее было, блин, хорошенечко так отмутузить. Вот теперь найди, попробуй эту личинку. Где она там гуляет? Где-то тут она гуляла. Эй, личинка. А ну вылазь. Блин, сейчас реально хрен ее найдешь. Капец, и где она? О! О, вот она. Бах. О, вот. Вот теперь... Ай, блин. Забываю все время кнопку какую. Так, вот теперь ставим сеть. И, ну, да. Личинка попалась. Поймана. Взять. Все. Так, нам нужно две их, да? Значит, нам нужно еще где-то одну замутить. Давайте ловить личинок. Ух ты, сундучок. Опа. Так, забираем все. Личинка, иди сюда. Иди сюда. Убегает, смотрите. Опа. Вот сейчас мы тебя подчекрыжим. Немножечко, все. Опа. Так, и... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, лаву, сеть. Разместить. Иди сюда. Опачки, и попалась. Все, отлично. Две личинки мы забрали. И теперь спокойненько, с радостным сообщением, бежим к нашему магу. Что мы набрали кучу личинок. Так, крыс тут параллельно можем бахнуть. А, ягодок всяких пособирать. Да, в принципе, ну, я думаю, не особо они нужны. Ой, кабаны, не буду пока с кабанами бороться я. Так, привет, маг. Прекрасно, отойди в сторону, пока я колдую. Питомник для личинок —
Узри мое великолепное изобретение, питомник для личинок. Это не просто питомник, это бесконечный источник драконьей крови. Ну, слушай, это круто. И управлять. Ну, ладно, дои. Может, доить их. Дальше что нам нужно? Короче, нам нужна пристань, да? Ткань, 5 сетей, 5 тканей. И до хрена древесины. Без проблем. Так, кабан пошел в задницу. Тик. Бежим. И смотрим. Так, рюшки у нас тут какают. Так, 5 сетей и 5. Чего там нужно было? 5 тканей, во. Сейчас мы это быстренько купим, а потом нам нужно будет кучу денег заработать. Так, что у нас тут есть? А, купить тут, видимо, еда у нас, семена всякие, корова даже есть. Ну давай, так, ткани нужно 5 за сотку. И 5 чего еще нужно? 5 сетей. Блин, 5 сетей это очень дорого будет, у меня денег не хватит на 5 сетей. Хотя нет, ход на 4 хватает, пипец. Так, наверное, тогда мне нужно продать. Я пшеницы продам штук 25. Яблок штук 10 продам. Мясо штук 10 продам. Красных ягод 10 продам. Нормально, мне еще нужно одну сеточку. Так, продавщица, дай мне одну сеточку. Все. Так, и теперь мне нужно древесины до хрена. А, по-моему, древесины 100 нужно, да? Так, теперь мне надо на складе взять еще мой топор. Так, давайте все. Так, кошелек. Рюкзак. Так, все. Тогда на склад. Уголь. Весь. Железная руда. Ткань. Так, золотой слиток. Алмаз. Ловушка. Сеть. Все. И теперь мы что делаем? Мы берем со склада. Так. Стальной топор. Все. И погнали древесину рубить. Древесины нам нужно много. А что ж такое, ты не хочешь рубить? Нам надо постоянно переключаться. Ух ты, зато как рубит-то красиво. Шикарненько просто. Так, а тут у нас деревьев больше нет. Где нам деревья еще искать? Они же очень долго растут. Блин, короче, мне надо кучу всего добывать и продавать. Мне денег же еще очень много нужно. О, кабан сразу сдох. А, так, эти деревья у нас не ломаются. Вот, вот это деревце можно бахнуть. Но этого все равно очень-очень мало. Очень маленький запас древесины у нас. Так, кабанчик аж стартанул. Конечно, таким молотом по башке шарахнул. И сразу кабанчик наш сдох. Так, ну давайте попробуем наверх куда-то подняться. Вот тут у нас еще есть дерево одно. Можем мы его? Да, смотрите. Древесины кучу набрали. Давайте попробуем еще выше подняться. Ё-моё! Там йети ходит. Да пошел ты в жопу! Ты чё дерешься-то? Совсем сдурел. Не, я к йети не пойду. Так, будем добывать, значит. А что мы тут можем? Уголь добывать, это все можно продавать. Так, ягоды. Еще ягоды. Уголь. Сейчас быстренько нам нужно много древесины и денег накопить. Так, тут мы что? Собрать все. Зачем я забор-то? Поставь забор назад. Дружище, ты что творишь-то? Забор.
Разместить. Охренеть. Ой, я с дуру взял за бору, сам же у себя спер. Не надо так делать. Так, наверное, нам надо передохнуть немножечко. Во. Сил поднабрались, исцелились. И давайте тогда... Блин, два дерева всего, да? Так, кабан. Пошел. А, в задницу. Так, что я могу купить? У меня древесины даже хватает, прикиньте. Мне, короче, не хватает только денег. Или подождите, или 500 мне надо дерево. Не знаю, короче, давайте уголь. А, весь продаю. О, денег мне вроде бы хватает. Так, типа все? Так, прекрасно, пора строить пристань. Е-е-е. Все, размещаем. И что же теперь дальше ждет? Если построить корабль или типа лодку на верфи, можно будет путешествовать по морю. Так, ты чё теперь? Хочешь, чтобы я еще и корабль построил? Не построить тебе корабль ни хрена. Так, войти. А, лодка. Ой-ой-ой, сколько мне всего тут надо? Это ткань, сеть, удочка, етить твоя. Лодка. Вот мы. Так, 9 стальных слитков. Давайте посмотрим, сколько они стоят, 9 стальных слитков. Так, скоро новое поступление. У него только 5, да? Так, ну чё, 3. Давай я тебе продам дерево еще немножко. Например, полтинничек. Ну вот так, 69. Золото продам. Все. 350, неплохо. Вот так, алмазы. Нормально. Так, денежка-то у меня прибавилось. Так, а сколько я купил стальных слитков? Пойдемте посмотрим, сколько мне не хватает. Так, еще 6. 6 стальных слитков, 6 ткани. 6, точнее, 6 стальных слитков, 9 тканей, 9 сетей. Эй, куда закрылись? Закрыто на ночь. Вот гады. Ну чё, пойдемте тогда тоже ночевать. Пора тоже отдыхать, спать. И так, чё ты? Мне не до тебя, я понимаю, что у тебя тоже задание есть. Но мне надо теперь корабль построить. Чтоб мы плавать могли. Так, открывайся. Так, мне нужно 6 еще стальных слитков. 5. Блин. Мне одного стального слитка не хватает. Так, тогда ткани закупимся. А, сколько там? 9 нужно было. И 9 сетей. 9 сетей пипец, наверное. Мне сейчас даже не хватит. Нет, хватило. Так, получается, мне одного стального слитка только не хватает, да? Давайте проверим. Корабль. Да, стального слитка мне одного не хватает, но, скорее всего, у нас на складе этот стальной слиток есть. Пойдемте сгоняем, посмотрим. У нас там чё только нет на складе. Так, стальной слиток. Железный слиток. А чё? Нету стального слитка? Серьезно? Блин. Где у нас стальной слиток делается? По-моему, вот тут, да? Стальная кирка, броня. Так. Чего? Каплевидный щит. Рельс, лом, фонарь. Ух ты, фонарик можно сделать, прикиньте. Чтобы, короче, с факелом не ходить. Так, но мне нужно не это. Мне нужно вот сюда вот. Опачки. Так, железный слиток. А где стальной слиток-то, я не помню. Там что ли на верстаке? Да блин, кабан, пошел в задницу. Совсем оборзел. Страх просто потерял. Крысы тут тоже бегают, блин. Блин, деревьев можно, кстати, еще надолбить, пока они выросли, а то что они стоят. Новый уровень, кстати, я получил. Так, что мы можем прокачать? Ловушки, торговля.
И дальше. Дальше, наверное, давайте. Все. Нифига себе, сколько мы можем прокачать тут. Торговлю я прокачал. Это хорошо. Торговля нам нужна. Ну-ка, на верстаке, может, что-нибудь можем сделать. Так, тут печь, сундук, ловушки, стрелка. Железный. Так, мне нужен стальной слиток. Блин, я забыл, где стальной слиток делается. Чё за фигня? Блин, наверное, проще просто переночевать одну ночь, и там появится новый товар у нас в магазине. Мы просто один стальной этот слиток докупим. Так намного проще будет, чем мы будем вот так носиться. Блин, у нас уже два задания есть. Так, ну чё, переночевали. Отлично, все. Теперь можем идти пробовать купить еще один стальной слиток. Если он, конечно, появился тут. Так, и сюда мы вошли. Вот тут. А нет стального слитка. Чё за хрень? И как нам быть? Как быть? Где стальной слиток мне... Так. Сейчас смотрим. Лом. Стальной меч. Броня. Железная кирка. Так. А просто слиток-то. Где? Замутить. Это все очень круто. Где стальные слитки? Блин, я не помню. Прикиньте, пипец. Просто пипец. Как стальной слиток-то мне сделать? Вот. А, вот стальной слиток. Уголь мне нужен всего лишь, да? Вот что-то я затупил, сразу не заметил. Вот у нас уголек лежит прям. Давайте даже я несколько возьму. Оп-оп. Все, мне нужен всего один кубик стальной. Так, да не хочу с тобой говорить, это дед меня. Так, стальной слиток делается. Да блин, ну зачем ты опять за борта спер, дружище? Не хотел я его забирать. Поставь на место. Во. Так, плавильня. Стальной слиток. Забрали. Все, отлично. У нас теперь все есть. И мы можем построить первый корабль с вами. Чудесненько. Давай. Быстрее. Хочу кораблик. Все, у нас все есть. И да, мы построили корабль. Прикиньте. Сесть на лодку. Ну, я пока никуда не хочу уезжать. Сегодня мы очень много дел с вами сделали. Очень круто. И на этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.